Что это такое? Вступление и куплеты Цой, группа крови. Тебе 16, проснувшись парнем, ты поймешь, что уже нечего бояться, по телу резать. Пизду, короче. Да херня. Детский сад. Это вот какому-нибудь Конограю, туда, пожалуйста, подобной херней заниматься. Так. Спикер даун, кровь на постели. Что такое кровь на постели? А, все, я понял. Уже понял. Тебе 16. Проснувшись парнем, ты поймешь, что уже нечего бояться. По телу резонансом дрожь. Представить сложно, но детские годы твои пролетели. Все это можно понять по твоей взятом крови на постели. Не надо лишь ты слез, у тебя туберкулез. Скажи своей подружке, чтоб не пила твои игрушки. Не надо лишь ты слез, у тебя туберкулез. Скажи своей подружке, чтоб не пила твои игрушки. Без зуба зита, прикус кусариком ревит. Это намного лучше спится, хоть и дыхание гробит. Зачем ты, девочка, по письмам влюбилась панька с малолетки? Он вышел из тебя, превратив в поцелуи процедуры и таблетки. Не надо ли ты слез, у тебя туберкулез. Скажи своей подружке, чтоб не пила свои игрушки. Не надо ли ты слез, у тебя туберкулез. Не знаю, есть у этих чуваков авторские права или нет, но рисковать не буду. Больше 2 минут вообще нельзя слушать. Иначе стрим может полететь в тартарары и внезапно закончиться. Но это какое-то чудовищное нечто. Как Никитос написал, это, наверное, неизвестный сайт проект Робертовича. Не знаю, на кого ориентирована подобная музыка, но на кого-то ориентирована. Я такое не очень люблю, мягко так скажем, но... Это группа «Культурная бездарность», а песня «Кровь на постели». Кому понравилось, слушайте с удовольствием, наслаждайтесь. Можно на следующий стрим в твоем исполнении. Кого? Вот эту песню? Спасибо, нет. Ну, тут, блин, да. И даже под солнечным солнцем, и даже утренний рассвет отсасывает. У этого великолепного великолепия. Какой ужас. Ну, на кого-то ж рассчитано это... группа, на какую-то аудиторию, кто-то слушает. Аутизм, в каждый дом у них альбом есть, пожалуйста. А, это вот есть «Кровь на постели», «Бабка Еб», «Откровенный час», «Я не хочу». Вот такие альбомы выпускают люди. Вот только-только вышло это все дело. Блин, ну я не знаю, на кого-то это рассчитано, кому-то это нравится. Я, например, никогда бы такое не слушал, даже будучи молодым, горячим чуваком. Не мое, мягко так скажем. Я чуть-чуть за более интеллектуальные темы.